Детское автокресло – один из самых важных атрибутов в машине родителей. В случае ДТП оно снижает тяжесть последствий и спасает ребенку жизнь. Однако не все устанавливают в салоне своего автомобиля детские удерживающие устройства. По данным госавтоинспекции, за 4 месяца текущего года было выявлено 139 нарушений. На территории городского округа Самара на постоянной основе проводится профилактическое мероприятие, направленное на пресечение административных правонарушений при перевозке детей в автомобильном транспорте. Во время профилактических рейдов сотрудники ГИБДД и госавтоинспекции напоминают водителям о важности использования детских автокресел. Такая работа направлена на предупреждение дорожно-транспортного травматизма, повышение ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения. Она проходит в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара 2021-2025 годы». Вера Шушкова, водитель со стажем, и ответственно подходит к вопросу безопасности своих детей. Мы должны следить за безопасностью наших детей, потому что мы их отвечаем за их здоровье и за благополучие. Поэтому сейчас без кресел, без бустеров, я считаю, не нужно. Александра Шаповалова не понаслышке знает, что автокресло способно спасти жизнь ребенку. Поэтому соблюдает все меры предосторожности. Я попала в ДТП, ехали меня сзади, и если бы ребенок не был пристегнут, он бы вылетел в лобовое окно, так как удар был очень сильный, он резко стукнулся и ездили на обследование со спиной, поэтому очень важно, чтобы ребенок был пристегнут. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что система безопасности автомобиля не подходит для обеспечения эффективной защиты ребенка в аварийной ситуации. Наиболее действенной мерой, которая сможет спасти детей при ДТП, является использование специальных удерживающих устройств. В случае их отсутствия водителям грозит штраф в размере 3000 рублей.